запуска центра серийного производства СамГМУ. 3, 2, 1. Старт! Производство научных разработок Самарского медицинского университета теперь в регионе будет поставлено на широкую ногу. Развитие инновационной деятельности является одним из ключевых направлений вуза. Здесь выстроена многоуровневая инфраструктура, которая включает в себя центр прорывных исследований, IT-медицина и научно-производственный инжиниринговый центр, где команды из врачей, IT-специалистов, инженеров ведут разработку продуктов для цифрового здравоохранения и медицинского образования. Более 25 научных проектов уже реализованы благодаря индустриальным партнерам, в числе которых более 30 корпораций и компаний, как государственных, так и частных. Кроме того, вуз является активным участником научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Вот сейчас мы находимся, может быть, это и выглядит просто как обычная производственная площадка, но, по сути дела, это жизнесберегающая и позволяющая человеку быть активным производством. Для нас, для медиков, конечно, это шаг в новую реальность, когда мы не только лечим, не только белый медицинский халат, но и станки, оборудование, когда мы позволяет нам уже фактически для человека это медицина будущего. Здесь наладят серийное производство оборудования для реабилитации в рамках госпрограмм, оборудование для высокой хирургии, нейрохирургии, а также индивидуальные, так называемые аддитивные технологии, которые позволяют изготавливать импланты для конкретного человека, для людей, перенесших онкологические заболевания, импланты, которые позволят сохранить качество жизни человека. Сначала создан центр прорывных инновационных технологий. Следующий шаг – инжиниринговый центр. Разработка, внедрение и теперь серийное производство. Конечно, это огромный шаг вперед, это выстраивание технологической цепочки производства уже конечного продукта. Конечного продукта, который нацелен на здоровье людей, на здоровье нации. Михаил Мурашко оценил интерактивный анатомический стол пирогов. Это первый российский атлас, позволяющий в интерактивном режиме работать с трехмерными моделями органов человека в норме и патологии. Оборудование поставляется в российские профессиональные образовательные учреждения, школы с медицинским профилем. Михаил Ермоленко, Виктория Шаре. События.